Привет, друзья! Рад видеть вас на моем канале. Сегодня поговорим о суперважном гаджете для всех автолюбителей – видеорегистраторе DAO-CAM UNO Wi-Fi GPS. Это устройство не просто записывает все, что происходит на дороге, но и имеет кучу полезных функций, которые могут здорово выручить в нужный момент. Поговорим о его возможностях, разберем плюсы и минусы и, конечно, решим, стоит ли он своих денег. Ссылки на товар, как всегда, в описании под видео. Усаживайтесь поудобнее. Поехали! DAO-CAM UNO Wi-Fi GPS – это крошка весом всего 100 граммов и размерами 44 на 70 на 36 мм, что делает его настоящим мастером маскировки на лобовом стекле. Благодаря компактным габаритам и стильному дизайну он вообще не бросается в глаза, хоть в миниатюрный футуристичный аксессуар преврати. Но самое классное – это магнитное крепление с функцией сквозного питания. Это значит, что не нужно мучиться с подключением и отключением проводов. Подошел, взял регистратор и вперед. Установить его дело пары секунд, а это, согласитесь, иногда решает. Если тебе уже не терпится узнать больше или приобрести этот видеорегистратор, обязательно загляни в описание под видео, там я оставил ссылки на проверенные магазины и свой фирменный скидочный промокод, чтобы ты мог купить гаджет с максимальной выгодой. DAO-CAM UNO – это не просто видеорегистратор, а настоящий ассистент для вашего авто. Начнем с главного козыря – это новейший светочувствительный сенсор Sony IMX327. Благодаря ему ночная съемка здесь на высоте, и если другие модели зачастую показывают кино с помехами в темное время суток, то этот малыш записывает видео с такой четкостью, что хоть кадры в кино вставляй. Но это еще не все. GPS-оповещения помогают оставаться в курсе всех камер контроля ПДД, чтобы не ожиданные штрафы не испортили вам настроение. Кстати, от яркого солнца или встречных фар спасает технология WDR. Картинка всегда остается четкой и сбалансированной. А для работы с раздражающими бликами на лобовом стекле предусмотрен CPL-фильтр. В общем, видеорегистратор на страже вашей четкости и ясности. И если вы думаете, что это все, подождите, здесь есть датчик движения. То есть, если кто-то решит пройти мимо вашего авто или, не дай бог, прикоснуться, камера моментально включится и зафиксирует все как настоящий детектив. Ну и для полного удобства Wi-Fi модуль. Это значит, что управлять регистратором и сохранять видеозаписи можно прямо со смартфона, очень удобно и современно, скажу я вам. А на 2-дюймовом IPS-дисплее высокой четкости можно сразу посмотреть запись, чтобы убедиться, что все заснято в лучшем виде. Я тщательно изучил отзывы владельцев DAO-CAM UNO Wi-Fi GPS и нашел общие моменты, о которых чаще всего упоминают. Давайте сначала разберемся с минусами, чтобы быть объективными. Минусы. Раннее срабатывание на камеры. Ограниченный угол поворота. Нет карты памяти. Требуется постоянное питание. Плюсы. Компактные размеры. Отличная съемка в любое время суток. Удобный магнитный CPL-фильтр. Наличие Wi-Fi. Четкий ночной экран. Актуальная база камер. Разъем USB для удобного подключения. Надежное крепление на магнитах. Простое и понятное управление. Ну вот и все, друзья, надеюсь, вам понравился обзор на видеорегистратор DAO-CAM UNO Wi-Fi GPS. Как всегда, ссылки на проверенные магазины и специальный промокод я оставил в описании под видео, обязательно загляните. Не стесняйтесь писать в комментариях свое мнение о модели или задавать вопросы, я всегда рад общению. И конечно, если хотите видеть больше таких обзоров, подписывайтесь на канал и жмите лайк. Это мотивирует меня делать еще больше интересного контента. Спасибо за внимание и до скорых встреч!